Стальной Хват России, привет, Виталик, тебе опять привет, особый привет. Значит, Виталий нам предоставил непосредственно сам Бастард. Вот он, фирма FBBC, которая переводится Фат Бастард Барбелка. Бастарды — это не это просто сталь на 8 миллиметрах, так же как и Ред. Значит, я их не покупал, ну, посчитал, что нам нет необходимости. Но вот Виталик прислал Североморска, вот он на 180, заряжен в станок. Сейчас посмотрим, что у нас на самом деле имеет за усилия, с чего вообще сертификация и начиналась FBBC. Непосредственно сам Бастард. Посмотрим, что у него за усилия. Усилия Реда все знают. Было оно 154, мы этот развеяли мнение о 154 килограммах. Хотя даже никто и не задумывался, калибруя обыкновенные 250-е мягкие гвозди, что они усилия давали под 120-130 килограмм, фактически под Ред. И никто и себе вопрос не задал, почему же такое происходит. Там 130 килограмм, а Ред вроде 150, все это рядом, а Ред не ломается. И у некоторых не надгинался даже, да потому что усилие у Реда 190 килограмм. Ну, посмотрим. Отцентровали. Поехали натягивать. Посмотрим, что Бастард показывает. 46, 80. Прогиб пошел. 114, 130, 140, 155, 168, 174, 182. Он сильнее Реда. Это видно уже по 190 килограмм, 196, 202, 210, 214, 220, 226, 235. Вот так вот, ребят, вот такой бастардик получается. 227 килограмм, вот они 30 градусов. 227 килограмм. Наверное, отдача будет минимальная. Все-таки это сталь, это не латунь, не нержавейка. Но немножечко добавим. Вот добавил я до 238. 232 килограмма, ребят. 228, 232. Делайте выводы, какой был бастард. Значит, отдача минимальная была. Получился у нас даже потяжелее латуни на 9,5 этой же фирмы. Снимаем. Так что это значительно тяжелее Реда. Бастард-то был. Может быть и есть, но вроде как фирма закрылась, вроде бы сайт существует, непонятно. Но заказывать там уже смысла никакого нет. Мы сами справимся теперь собственными силами. Надо было просто начать. Вот он, Бастард, Виталик, стальной хват на 180. Прошу прощения. Вот они, 30 градусов. 30 градусов, 228, 232, 230 килограмм. Вот такой был бастард. Интересный. Всем удачи. Пока.